Глава Лентора Сергей Махиня поручил дать правовую и общественную оценку отчету фирмы «Интеграция» по уборке снега за октябрь и ноябрь текущего года. Согласно документам, администрация должна заплатить подрядчику почти 9 миллионов рублей. В бумагах указано, что техника за два месяца убрала магистральные дороги 10 раз, а внутриквартальные проезды 4. По мнению руководителя муниципалитета, написанное не соответствует фактическому положению дел. Грейдер в городе не работал и пока не работает. Противогололедные массы с периода, когда снег выпал, ни одного раза не обрабатывались улицы и дороги, за исключением того периода дня, когда я обращался к нефтяникам, и они выделяли грейдер и выделяли машину, которая посыпала дороги. Только за этим исключением. Больше дороги нашего города, внутриквартальные дворовые проезды, песка не видели, грейдера не видели. Есть сегодня колейность на всех улицах. Есть снежный агрегат на всех улицах. Есть складированные кучи снега везде абсолютно, где их только можно складировать. Прокуратура Сургутского района поставила точку в споре главы Лентора Сергея Махини и директора компании «Интеграция» Евгения Городилова. Речь идет о снежном полигоне, который находится в 5 километрах от города. Проверка подтвердила, что территория используется с нарушениями. Об этом сообщает «Вестник». На участке отсутствует водонепроницаемое покрытие и обваловка. Спор между администрацией Лентора и бизнесменом возник во время прямого эфира с губернатором Югры. Предприниматель настаивал, что не может вывозить снег по указанному адресу, который указал заказчик, а другие полигоны расположены очень далеко. В администрации Лентора уверяли, что запретов для его использования нет.